Ну, поехали! Актер Владимир Борисов занялся рассказами Шукшина во время отчаянной безработицы много лет назад. В сросках прочитал их со сцены Дома культуры. Волки, как помирал старик, жена мужа в Париж провожала. По реакции зрителей понял, публике это нужно. И уже 16 лет выступает с моноспектаклем по всей стране. Причем наибольшим успехом постановка пользуется в его родном Санкт-Петербурге. «Подвал бродячей собаки», где я, в общем-то, в основном читаю это коммерческая площадка. Не государственные люди сюда приходят вообще выпить, закусить, вообще говоря. И поначалу вообще сильно удивлялся. Ну как, достойно удивления в самом деле. Место-то такое вроде бы неподходящее для таких, ну, трагических в том числе рассказов. Понимаете, как помирал старик, хорошенькое дело, читать это дело, ну, практически в ресторане. Ходят и много приходят, а первые 10 лет вообще всегда был аншлаг. За эти годы спектакль завоевал премии «Золотой Витязь» и «Монокль», а количество постановок так велико, что сам актер сбился со счета. В чем секрет успеха, он сам признается, не знает до конца. Возможно, в том, что не старается юморить, а читает Шукшина серьезно и при этом без пафоса. «Не воскресенье! Что же, без дров сидеть?» – спросила Нюра, жена Ивана. «И мужа коня достали, он же еще недовольный». «Я слыхал, в городе тоже работать надо», – заметил тесть. «Надо! Я сейчас с удовольствием водопровод пошел рыть». В Барнауле Борисов представит 5 рассказов трижды. Те, кто пока не успел сходить, могут еще оценить это особое прочтение шукшинских произведений. Завтра спектакль будет представлен в Гмилике, а 3 октября вновь в Арт-Спичке. Илья Кочетков, Николай Шелко, «День с толком».